Всем привет, ты на канале Паша Кинг Гейм Ченнел. С тобой, как всегда, я, Павел, и сегодня мы с тобой давай еще раз посмотрим на игру Dead or Alive 6. Я почитал комментарии, они были плохими, хорошими. Мнение, в принципе, людей разделилось, да, я это видел и по лайкам, и по дизлайкам. Кому-то не понравилось то, что я не посмотрел там на управление в начале игры. С этим я, пожалуй, соглашусь. Кому-то, в принципе, не нравится игра, кто-то считает анимацию убогой. Кто-то считает, кому-то кажется то, что тут, ну, нереалистично что-то. Но я, в принципе, кроме каких-нибудь файтингов, как бокс или ММА, реалистичных не знаю, да, то есть зачем-то сравнивали с Mortal Kombat. Ну, там как бы тоже все нереально. И Taken тоже, на что эта игра, мне кажется, больше всего похожа. Нереалистичный, да, это просто файтинг, там везде сверхлюди. Я, как видишь, сегодня подготовился, да, даже замотал руки максимально для файтинга. Вот, ну, на самом деле нет, я просто немножко кисть травмировал, но ничего такого серьезного. Я предлагаю тебе чуть-чуть пройтись по сюжету. Я, кстати, включил субтитры, да, спасибо, кто писал насчет субтитров. Посмотрел управление. Поэтому давай глянем сюжет. Мы с тобой в прошлый раз прошли вступительный пролог за вот эту девочку с косичками. Погнали на первое ее задание, да? То есть у нас есть две ветки, как я понимаю, да? Это сейчас за Хелену. Я, кстати, запомнил даже, как ее зовут. Я когда превьюху искал, она почему-то такая прям... Ну, я понимаю, за что она самая популярная. Кстати, кто-то писал про то, что эти игры, ну, там... некий ответ феминистическому Mortal Kombat'у. Ну, может быть, но это... Я считаю, что это просто японский стиль игр. Графика тут нормальная. Нельзя сказать, что она плохая, хорошая. Она нормальная, она достойная файтинга. Насчет детализации, ну да. Но не стоит забывать то, что... Она ориентирована под японский рынок. Сюда нельзя без разрешения. Особенно с катаной. Ты меня слышишь? Мари, все в порядке. Пропусти его. Первый мужик в компании пока что. Итак, чем я могу вам помочь? Что случилось с той вышкой? После взрыва я все уничтожила. Конечно, я проследила, что в новостях говорили об этом, как о несчастном случае. Стоп! Кто этот человек? Это Риг, бывший управляющий, ты с ним встречался. Нет, но хотел бы узнать, где он сейчас. Вероятно, в Нью-Йорке. Думаю, он сейчас с Бассом. Понятно. Прости, что отнял время. Ассасин какой-то. Как он ее еще в глаза мог смотреть? Рик, что происходит? Слушай, у нее акцент прям такой... Ну, какой-то странный. Не русский или, может, какой-то боснийский? А это была просто заставка? А мы драться-то будем? Игра, давай подеремся уже. А, это, видимо, заставка, а это уже бой. Мари готовится начать свое новое задание, сблизиться и защитить Ханоку, девочку со странными способностями. Это задание поступило напрямую от мисс Элены. Ну, не Хелены, как я прочитал на английском, а просто Элены, поэтому провалить его совершенно недопустимо. Но есть же имя Хелена, разве нет? Ой, ну как же не заселиться? Это мое первое задание по охране. Но притворяться друзьями, пусть и для работы... Не могу. О, это она, ладно. Мне надо с ней познакомиться. Ах. Ой, это так не... Ты такая неуклюжая. Ой, прости меня, ты в порядке? Все нормально, но нужно же смотреть, куда ты. Приятно познакомиться, меня зовут Мэри Роуз. Ты Ханока, да? Я видел тебя в отборочном этапе Dead or Alive. А, да что, да? Я тоже участница, если ты не против, я хотела продолжить тебе тренироваться вместе. Серьезно? Мари, я с удовольствием. Супер. Контакт? Установлен. Капец. А где драки-то? Мы будем с ней, может, тренить сейчас? Что за дела? Где файтинг? Разблокирован новая история, новое задание. Ну давай. А, ну вот. Но тут-то уже точно, с помощью Элены Хаята, ну, наверное, запятая должна быть, да, Элены Хаята,
отыскал Рига на улицах Нью-Йорка, но человек, которого он нашел, вел себя совершенно не так, как он ожидал. Он ли это? Есть только один способ узнать. Конечно, морду ему набить. Естественно, какой еще может быть способ? Сейчас будем бить какого некого Рига. Ну так себе. Рик, тайм-аут, тайм-аут, прости, надо пообщаться с фаянсовым другом. Фаянсовым? Ты еще кто? Что ты знаешь о мисс? Что ты несешь? Пусти! Мне кажется, так нельзя наладить. Воу-воу-воу! Я запомнил. Уу! Стопэ. Я запомнил кнопку блока, но что-то... Схвати его, пожалуйста, давай прием проведем, что ты? Тут, кстати, прикольно сделано на кнопке R, RT там и LT вот эти вот ускоренные приемы, то есть для... Нет! Не надо, ну-ка. Давай, подожди, фаталити. Да дай прием проведу, подожди. Фаталити, во! Но! Красота. Отделали чувака. Ну-ка, давай, что он нам расскажет? Ну, вообще не лучший способ познакомиться, мне кажется. Эй, ниндзя, ты что творишь? Он набросил меня из ниоткуда. Нес что-то про мистику и какую-то чушь. Че, ты не по адресу? Давай, проваливай. Лаиска. Ну что, исчез? Что это что за ерунда? Может, мы сейчас с двумя будем бороться? Слышь, ты что такое реально сказал ниндзя? Ну, я же его прогнал. Для начала нужно какое-то время. Что, я не успел. Короче, им нужно время, чтобы что-то начать сначала вроде. Как-то быстро субтитры прошли. Ни хрена мы пооткрывали с тобой. Давай вот это вот. Я думаю, тренинг будет. Система. Контакт успешен. Что ж до главного, Мари будет сопровождать Ханоку в тренировочном задании перед соревнованием. Если честно, у этой девчонки ветер в голове. У нее, правда, есть особые способности. Но с девчонками тут поприкольнее уровня. Как красиво! Дракон? Что за херня? Ты такая быстрая? Покажи мне еще, покажи! Только по секрету, хорошо? Что она мне собиралась по секрету показать? На тебе, подых по секрету, слышь? Воу! Фига она ей жопой отделала. Ну-ка, стой! Вот, дайте на лицо, присяду. Видишь, как я действительно посмотрел на управление. Почему тут всего один раз? Ну, как бы, знаешь, это не по правилам файтинга, а одна схватка. Ладно. А, Ханока! Хивито! Чего? Чего? Это птеродактиль? Мари, ты в порядке? О, ты спасла меня. Слушай, она то там... А как она и в Нью-Йорке, и в Японии? Или это не в Японии все дело проходит? Ну, неважно. Ну, как она и там, эта девчонка? Я про ниндзя. Разблокированы новые титулы. Маленький дьявол. Ага. Ой, нет, пока, короче, нам сюда. Руки зла, глава 3. Переписка с матерью пробуждала множество теплых и горьких воспоминаний, но сердце Касуми давило то, что она не могла написать ей то, что больше всего хотела. Безразлично к ее чувствам. Зло уже тянуло свои руки к ничего не подозревающей девушке. Кстати, как тебе озвучка? Я вроде, ну, стараюсь озвучивать с эмоциями. Не знаю, если честно, мне игра более-менее нравится. Ну, серьезно, ну, как бы... Мама. Это что за херня? Прям вообще какая-то дичь. Это мама? Ночи, сука! На, кто бы ты ни была, на! Я не знаю, кто это и откуда она взялась. Но она не хочет драться, она хочет просто стоять. Хочет стоять и получать. Ха!
Не ожидала. А можно я тебя. Можно я тебя схвачу, а, пожалуйста? Дай прием покажу. Ну что ты как этот, а? Да ей-богу. Стопе. О, фаталити. Добьем? Как думаешь, добьем? Вот бы добили. Нет, не добьем. Аккуратно. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не, стой! Да нет! Нет! А чего она вначале стояла, а потом меня добила? Еще одна жизнь на моем счету. Ну и нахрен ты это делаешь? Надо, короче, нельзя стоять. Да подожди, я ж перепрыгнул. Если честно, мне не совсем привычно то, что на X, да, то есть на такой удар кулаком, который какой в Тейкене, по-моему, и в Mortal Kombat тоже, тут блок. Не писай, я помню, я читал все комментарии, то, что писали, то, что на... Тут как бы сам файтинг на этом построен, да, на блоке. Ну, к этому надо привыкать, серьезно. Опять еще! Вы че, демоны, блин, повылазили? Сейчас ниндзюцу нас спасет. Мотоцикл. Мисс, их злодейским планам больше еще не положен конец Касуми. Будь начеку. Хайбуса, это мотоцикл же. Не может быть. Да может, может. Тут, по-моему, всякая дичь бывает. Тут птеродактили летают. Это прям супер выдуманный мир. Я, кстати, смотрел кино Dead or Alive, но, по-моему, редкостное говно было, а не фильм. Глава 3. Ханока. Ханока, как горячая фанатка, и не только фанатка боевых искусств, жаждет посмотреть все показательные матчи. Сегодня сражаются Тина и Бас. Рестлинг дуо. Беда только в том, что Ханока просто не может усидеть на месте. И она пошла и рестлером, короче, разнесла головы. Но только в рестлинг. Не, а где стул? Тина! Отлично, давай вперед! Это этот прием. Так, посмотри. Как настроение? Иха! Да, нормально такая наездница. Эй, ты выглядишь, как будто ты тоже хочешь попробовать. Подходи. Я буду твоим соперником. Правда? Я с удовольствием. Я не мог. Я могу смотреть только на коробку, серьезно. А я кем играю-то? А, все, понял. Смотри на коробку, не ошибешься. Стопай, стоп. Хватит на коробку смотреть, дерись. У-у-у! Так, это перекат. Нет, это насмешка была. Ну-ка. Нет, нет. Фух, уделал. Слава богу. Это было близко. Сильная, спасибо. Давай как-нибудь еще сразимся. Ха, теперь мой черед. Ну, тоже выйдет со мной. А этот, походу, злобу, да, затаил на него? Этим девчонкам нужно говорить как, ну, стримершам. Типа, осведи, пожалуйста, локти. Эта девушка не может быть. Ну, знаешь, как им говорят, типа... Просто пишут в чат, сведи лодки, локти, они такие непонимающие, да? Ну конечно, ну а что это? А-ха-ха-ха-ха! Ну вот типа такого. Заметив необычный способ. Ханока, давай еще раз! Блин, не прочитали. Как тебе удается так легко подражать другим? А? Мэри Сенсор, я чую опасность. Посмотрим, что ты умеешь. С дороги. Я думаю, сейчас за фиолетовый, да, будем играть. Как круто, вот так. Йото, ача-ча-ча. Чё? Почему ча-ча? И нет, Ханока. Как я и думал. Покажи мне еще. Ну-ка. Вот так вот мы и начинаем. Нет, да, о! О, ни хрена себе! Хорош!
Слушай, а девчонка-то резкая. Ну-ка. Ни хрена себе она умеет. Не понимаю, как бегать. То есть, ну знаешь, в тейке нет, дважды нажимаешь на стрелочку, и он бежит. И по Mortal Kombat тоже. А тут как-то они просто делают такой рывок вперед. Эй, что тебе нужно? Стой на спокое. Я не ошиблась. Господи, как это пафосно выглядит. Просто капец. Ну, знаешь так. Я не ошиблась. А дальше додумывай сам. Глава 4. Турнир начинается. Таинственный Рик без прошлого, обладающий необычной личностью. Для начала я хочу выразить вам свою глубочайшую признательность. И я с радостью объявляю о начале 6-го турнира Dead or Alive. Райдо? Райдо? Да. Да, она может точно копировать чужие приемы, перенимает на лету. В таком случае мы не можем себе позволить это игнорировать. Займешься, Аяна? Сэр. Да как она это может телепортировать? Хотя, чё я удивляюсь. Слушай, ну игра вот, ну прям, ну без лишних этих. Она конкурент не Mortal Kombat, это конкурент Тейкину, да? Ну хотя все файтинги в какой-то мере друг с другом конкурируют, но это прям ответ японцам, японской же, ну, студии, да, разработчикам. И относиться к нему нужно как конкуренту к Тейкину, а не как чему-то, ну, большему. Mortal Kombat она слабее относится. Хотя тоже фантастика. Глава 4. Начало. Сегодня состоится церемония открытия 6-го турнира Доа. И все вокруг буквально лучатся энтузиазмом, пользуясь суматохой праздника. Хаята и Аяна продолжают свои поиски, организация, за которой они охотятся, продолжает воплощать свои коварные планы. Я просто тороплюсь, потому что, ну, динамика у игры быстрая. Драки быстрые, все быстрое. Надо придерживаться этого. Отлично, продолжай. Неплохо. Ха-ха-ха. Супер, вот так, да. Да, да, давай. Че ты? Разбуди Джуниора. Поняла. Начинаю эксперимент. Код S7. Это она кода 7, да, эксперимент? Come on! Давай! Это все, что ты можешь! Сейчас люляшку получит. Она что, за жопу потрогала и ушла? А, нет. Я не могу смотреть на женщин, я не могу! Я так и думал, что красным загорятся. Все, режим пикапера включен, пошел. Это его была моральная подготовка. Ну, знаешь, когда ты очень стеснительный, но надо познакомиться с девушкой. Такая, сука, пойду следить. Воу. Хорошо, что они слишком большие, чтобы влезть. Я так хочу тебя увидеть еще раз. Так, короче, ученый-анонист. Отвратительно, фу. Не, ну а что? Ну а кто его просил такое создавать? Или кто там это создал? Слушай, а мы будем драться-то? Тут много заставок. По-моему, ну в Тейкине гораздо их меньше. Глава 4. Так, Джуниор, человек по имени Рик, не делал абсолютно ничего подозрительного, пока к нему не подошла Кристи. После этого все сразу же изменилось, увидев, что пора действовать, Хаята последовал за Ригом, не догадываясь о неприятном сюрпризе, который его ждет. Сейчас. Сюрприз — это то, что тот чувак, да, ну, стал каким-то красноглазым пикапером. Ну, ничего. Приветик, дружище, Эпсилон. Это все-таки был ты. Ёб твою налево. Хэй-хачи в местном исполнении. Ну-ка, да, добей ты его же. Почему-то они вначале, короче, тупят, а потом... Стой. Ну давай, не одним уж приемом гасить.
Да здесь! Нет, нет! Ты что делаешь? О! Ты что? Это же блок! Я читал то, что его нельзя заблокировать. Особый прием. В эту комбинацию так вложить до 4 ударов, последний из которых откидывает противника назад. Фатально можно прерывать только. Прорывным захватом. Походу он это и сделал, да? Ладно. Нет! Нет, не проебем! Не проиграем! Да давай, давай, давай. Смотри, у него даже движение, как у Хэйхачи. Если ты играл в Тейкен, ты помнишь, ну, кто такой Хэйхачи, он тоже там, знаешь, вот так вот делал, когда выиграл там. Или это подожди. Или это Варан делал. Ну, короче, не суть. Очень похоже. Хотя, конечно, Dead or Alive тоже все. Ну, старая, конечно, серия игр. Ничего не скажешь, и она имеет свой колорит, конечно, в отличие от Тейкена. Ну, Тейкен более популярный, я не буду с этим ни спорить, ни отрицать, это тоже глупо. Стой, о! Ну, это они явно у Mortal Kombat взяли. Вот это вот приемы. Если этого не было раньше, ты же знаешь, я... Нет! Нет, 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 я сказал, нет! Да ёб твою налево! Давай попробуем по... этим пройти его блоками. Так, Сапет, как же мне... Один комментатор писал то, что тут все на блоках построено, то что когда враг бежит, да, не совсем работает это. Это просто блок. Давай добьем, пожалуйста. Доби, пожалуйста. Доби, ну бей! Добей, похрен, уж так добьем. Робота этого андроида сраного. Неплохо, неплохо. Ну на этом мы закончим тест. Стой! Он просто взорвался? Что случилось? Он как мистер... Этот свет, это Эпсилон, про который говорила Лиза. Ты? Лиза? Лиза Гамильтон? Хочешь сказать, она жива? Да, жива и здорова. Цела, как и данные, которые она извлекла, рискуя жизнью. Данные? Ха, сам у нее спроси, если хочешь. А я, пожалуй, пойду по следу этого парня. Тебе в твоем состоянии его не догнать в любом случае. Лошок. Он прав. И вообще, в принципе, не стоит горбить на японские игры. Потому что, ну, они просто сами по себе такие. Если бы они не были такими, то у нас бы не было просто... Да даже Metal Gear Solid бы не было такого. Потому что что-то... У них вот твоя стилистика, и к этому глупо придираться. Их можно любить, можно и любить, и все. Вот. А вот лайки ролику надо ставить обязательно. Даже если тебе игра не нравится. Я стараюсь для тебя. Скорее бы турнир! Ханока, мы должны выложиться по максимуму. Да, было бы здорово, если бы мы встретились в финале. Да. А? Господи, они все время так падают, это так выглядит. Ты пойдешь со мной. Да хер тебе, сука! Ты кем себя возомнил? Я не отдам тебе Ханоку! А! Вот это, кстати, ну, Sailor Moon местная, я про девочку с косичками, которая против... Да бей ты её! Да хватит, сука, приседать! Давай-ка, лунная призма, блин! Да бляха, муха, она не дает мне вообще. Да, надо блочить. Надо блочь! Фу, писец. Ну, чем дальше. Смотри! Кстати, вот смотри прикол и внимание к деталям. Она начала с косичками. Я же прав. Она начала с косичками, волосы у нее растрепались. Даже у маленькой розы есть шипы.
Да, действительно, у этой девочки самые, ну, маленькие розы в этой игре. Ей, наверное, обидно. Да, видишь, она с косами. Но это же прикольно, понимаешь, это внимание к деталям. Это есть. Да бляха, муха! Да бей! Она не дает ничего сделать. Пожалуйста, ударь, пожалуйста. О, мы красавцы. Спокойно. Чем дальше, тем сложнее, оно и понятно. Да. Да, смотри, такими ботами бьет. Они, наверное, весят килограмм по 5. Как помнишь, гриндера были раньше. Я не знаю, кто-нибудь носит сейчас гриндеры. Они вообще продаются. Есть такая компания? Ну, гриндерс, которая, ну, делает ту же самую обувь с железными вставками. Стой! No. Пожалуйста, добей ее. Я ее боюсь, на самом деле. Ну, приноравливаемся, конечно. Ну, чаще бьем, конечно, вдых ногой, ну ладно. Не отпусти! Какой удачный кадр. Эта девочка пойдет со мной. Ракурс этот просто прекрасный. Ханука! Прекрасный ракурс. Муа! Это как, знаешь, с хентаем, короче. Я читал то, что японцы настолько, ну, сами по себе... как бы, ну, скованные люди в силу менталитета, и они вот все отдают в это, вот в игры, в хентай, да, вот то, что не могут реализовать в жизни. Это сказывается, какие-то, знаешь, ну, некие извращенные, потаенные мечты. Ну, это для нас кому-то дико, кому-то нет, но по мне это такая, знаешь, самобытность японская в этих играх. Ну, да ладно. Глава 5. Мист, наконец, сделали свой ход. Пока Криси захватывала Ханоку, Рикнофф использовал Эпсилон, чтобы нейтрализовать Хаято. Их нужно оставить как можно скорее. Так, а там на картинке они сейчас сговаривались, эти две девчонки. Я не особо понимаю сюжет пока что. Но он вполне тривиален, я думаю... Этого мало. Мне нужно еще немного. И для галочки тут. Есть еще один человек, в чьих жилах течет кровь. Райда, не так ли? Тогда тебе нужно было доставить их вместе. Не спеши, все успеется. А это местная Нина Уильямс, да? Ну понятно, да, увидел все на телефоне, прочитал. Слушай, или это китайская? Нет, это же японская игра. Или китайская? Ну, по виду японская. Но как ты исправишь это? Так, не переваливай вину на других. Да ты же пришла, тварь, и начала драться. Но виноват именно ты. Если с Ханокой что-то случится, меня уволят. Ее похитили. Она не может тебе ответить. Ты совсем тупая. Как бы входящий. Ханока! Это троллинг называется. Сможешь отследить? Думаю, да. Чего? Зачем кому-то звонить и скидывать? Или она сумела как-то, знаешь, вырваться там, позвонить, скинуть? Проникновение, возрождение Райда. Чтобы притворить этот план в жизнь, им нужна Ханока. И та энергия, что питает ее странную силу. К сожалению, одной энергии Ханоки оказалось недостаточно. Нужно найти еще один образец. Хотя, с другой стороны, ну как-то... Это же аж шестая часть. То есть тут сюжет развивается... Ну, просто в Тейкене там все вот прям идет своим чередом, да? Кто-то умирает, возрождается, скажи, часть. Тут, я не знаю особо в лоре, ну... На драке тут норм, ну правда норм. Аяне, мы тебя заждались. Найди Ханоку. Давай. Okay. Я тебе честно скажу, мне кажется, сейчас слишком многие люди рвутся за реалистичностью в играх, забывая то, что игры могут быть просто играми. Главное начинать первого. Стой, а если вот эти две кнопки... Во!
Так, сейчас освоим этот прием. О! А или нет, уже делали. Ну-ка. И пошла. Пошла розочка родная. На, вот эту. Да я не знаю, она не особо хотела драться. Может, это просто ученая вышла к нам, а мы ее взяли, отхерачили на месте. Скорее всего, да. Как и требовалось ожидать. Ты тоже достойная дочь Райдо. Тупая дура, сразу драться. Что значит? Тоже. Молодец. Быстро соображаешь. Да. Вы сестры. Это интрига, драма. Это что такое? Это мы в детстве, знаешь, так стреляли из пальцев. Пау-пау-пау. Ну, когда не было. Ну, либо палки, либо пальцы у нас были оружием. А это вообще был дробовик, знаешь, так делаешь. Ну, они как бы... Они подняли свой скилл, что реально стреляют из пальца. Награда открытая, новая запись в энциклопедии Доа. Вот так вот, видишь, тут интриги, прям драмы, расследования. Ну, суть в чем. Я думаю, на этом мы с тобой закончим. Если тебе нравится прохождение, напиши об этом в комментарии. Ставь, обязательно ставь лайк этому видео, да, даже если тебе игра не нравится. Просто поддержи меня, канал, видос, ну, тем не менее. А так, все, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, на мой Инстаграм, на Твиттер, все ссылки в описании. И все, всех жду на следующих видео, на стримах, все, всем спасибо, давайте, пока.